Смотри, как много это было. Да. С утра заедешь. Видишь, на морозе как они быстро дошли. А ты с ним своим, делал? Нет, камерой. Камерой, да? Угу. Не знаю, не уверен, как это будет ездить. Ну, что будет, то будет. Не, главное, что я своим записал. Ты видишь, что ты с тобой тоже учишься? Кого? Ты даже две шеренги купил? Даже две, да? Да потом, потом. Вот и на станции. Бывшие легионеры СС Латвии остается пока единственной страной. Российский телеканал «Звезда». За это меня посадили. Значит, говорят, что теперь я националист. Не националист, а сын своей народа, своей родины. Репрессировали так, как у него тут. Я не установлен. Это что, оккупация? Ну, на этом фоне, пожалуйста. Хуя, хуже других. Тоже пойманаться хочу. И туда пойдем еще, да? Да. Не, не, уже есть. Ну вот, так дальше. Что если кого-то давно чествовать, то давно чествовать конкретных людей. Логично? Mm-hmm. Они так в целом, в общем. А кто это конкретно? Ну, не знаю, какой-то начальник. Это Саратовский крестов, для этого можно удобно знать, пробить.